можно, дядя Лоренс? О, Дэниел, это ты? Опять твои дурацкие фокусы. Открой ящик. Да, да, извини, я решил, что ты дверь ломаешь. Ломаю? Твоя ржавая дверь по-другому не открывается. Знаю, знаю, давно пора починить. Столько забот. Вытащи меня из этого кубизма. Сейчас, минутку. Только ключ найду. Издеваешься, что ли, дядя Ларри? У меня времени нет. Да-да, время – деньги, что бы это ни значило. Как я рад, что ты зашел. Хочешь чаю? Может, печеньки? Дядя Лоренс, мне звонили из энергокомпании. Ты забыл оплатить их счет. Опять. А, вот он где. В кармане, оказывается, лежал. Не смешно. Берегите руки. И... нос. Как же достали твои дурацкие фокусы! А раньше ты их любил. Дядя Лоренс, нам надо поговорить про дом.